Ну, я думаю, что будущее России есть, потому что есть основание. Суть человеческая россиян, она вот как раз и заключается в доброте, в принципе. Другое дело, что из-за того, что происходит, эта доброта куда-то уходит или загоняет ее вглубь. А когда более будет, меньше будет таких явлений, еще раз я повторяю, это я говорю не банальные слова, когда меньше будет коррупции, когда меньше будет наглого всего, что у нас есть, беспринципного, без компромисса, тогда, может быть, люди возобновят свои черты национальные, и в стране будет благополучие, тогда и люди будут немножко другие. Но это очень долго, ведь потому что мы это все понимаем, а однако, когда ты сталкиваешься с жизнью, как говорят, выезжая за Московскую кольцевую дорогу, и ты поймешь, что еще очень долго. Ведь как относятся у нас к нищим, к больным? Не хотят этого, не хотят с ними общаться. А ведь неправильно это. Когда-то были сестры милосердия. Разве они сегодня есть? Да нет в жизни. Нет такого сейчас. Редко, может быть, где-то, когда-то, чего-то. Но это вот все, все вещи, вот эти все нюансы, все мелкие, о которых я раньше говорил, мелкой коррупции, все это имеет влияние на общество, на его жизнь, на его будущее.